Что тебе надо, а? И погнали. Парень, ты отсюда однозначно не уедешь. Что вам надо? Не понимаешь, нихуя. Привет, ребятки. Что-то давно мы не троллили обнаглевших таксистов. Сейчас дождусь своего друга Серегу, и мы будем жестко сбивать цены этим барыгам. Короче, ставьте лайки, пишите комментарии, потому что автор самого залайканного комментария получит 5000 рублей. В прошлом конкурсе побудил вот этот чувачок. Короче, оформляйте подписочку и приятного просмотра. Здравствуйте, свободное такси? Сколько стоит будет на тихую? 500 рублей. Парень, тебе такси надо? Да. На тихую? Тихую? За 400 поедешь? Что тебе надо, а? Что, я подвезти хочу человека. Вали отсюда. Ну да, я человека довезу. Поехали за 400. Ты? За 400? Погнали. Куда ты, что, дурак, что ли? За 400 довезу человека. Погнали, не слушаю. Он что-то сегодня съел не то, наверное. Погнали, погнали. За 400 поехали. Чего? Вали отсюда, нахуй. Сейчас я человека возьму да поеду. А что, нельзя подколымить, что ли, что? Давайте за 450. За 400 поехали. Но он за 400, за 400? За 400, да. Поехали за 400. 500 это дорого, ты что цену ломишь? Ты кто такой? Я тут, я подрабатываю. Вот, забирай вот человек. А вот я вот договорился с человеком. Ты кто такой, а? Где твоя машина? Я местный. Где вот там машина? Припарковался, я наверху. Где? Там, говорю. Я не знаю, что. За 400 поехали. Поехали. Да за 400 я поеду. Видишь, он какой-то неадекватный, бросается. За 400 сидишь. Погнали. Я за 400 поехал. За 300 поехали. За 300, да. Видишь, за 300. Да за 300 это дешево, я поеду за 300 лучше. Погнали за 300. Это дурачок. Ты видишь, он бросается агрессивный. Не надо, иди отсюда лучше. Еще куда-нибудь увезет тебя. Садись. Поехали. Закидывай. Поехали за 300. Поехали, поехали, поехали. Ты видишь, он агрессивный какой-то, злой. За 300. Погнали, за 300. Мне за 300 лучше будет. Не смотри. Он тебя въебил, понял? Что мне? Он тебя в это... Что именно? Ну как, обманет? Обманет. За 300 поехали. Ты не обманешь меня? Ты смотри, дурачок. Да он за 300. Бросаешься на людей. Ну, такси. Я как торгуюсь, а ты в драться лезешь. Поехали. Поехали за 300. А вы тоже с нами? Да. Поехали. I need to know everything. Who in the what and the where I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get, is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them... Я сбежал, у него рука в кармане, думаю, там нож. Да, что-то у него есть, там, они, в курсе, другого мужика включили сразу там, и он сразу рука в кармане. And act like a rookie, so they overlook me. Then I double up again under their nose. None of them cold. They just got lucky, but never adapted. So I'm to the one if it's coming to blows. My enemies cutting it. Сири, скажи курс биткоина в долларах. 18 363 доллара США. Чего? Охренеть! Сири, покажи график. Охренеть! Он же еще весной стоил 5000, а месяц назад 10. Это сколько можно было заработать на разнице курсов? А если вы тоже хотите заработать, но ничего в этом не понимаете, то вам поможет компания Avalon Technologies. Там после простой процедуры регистрации вы можете инвестировать от 100 рублей и зарабатывать 1,3% каждый день. Короче, я тут под видео оставлю ссылочку, просто переходите и зарабатывайте с компанией Avalon Technologies. Парень, тебе надо Артема, да? Да. Поехали со мной. За сколько? За сколько? За 500. Да и... А вы за сколько? Что тебе надо? Да мне все равно. А у вас за сколько? Все, иди давай отсюда. Да ладно, кто... Это? За 500 рублей довезу, что? Ты откуда здесь взялся? Тебе да кто? Я вон часть стою. Все, мне. Давай иди домой, здесь есть кому работать. Да, понял? Я все равно туда еду под Колыму, какое, мне бензин хоть меньше дело? Платить. Кому это какое дело? Быстрее, можно быстрее? Я просто опаздываю. Пошли. Погнали. Я сейчас уже еду, погнали, до Артема. А вы за сколько? За 500 рублей. Парень, ты отсюда однозначно не уедешь. Иди. Почему? На вокзал. Все. Пошли. Не надо ничего идти. Все, до свидания, парень. Иди. Сейчас ты колеса будешь свои делать. Что ты это сам? Да, за 500 рублей поехали. Какие колеса? Я все равно туда еду. Да я все равно в Артем еду. Возьму человека. Зачем тебе человек? Тебе надо ехать в Артем, бери и езжай в Артем. Так я 500 рублей, бензин меньше заплачу.
Ты что, не понимаешь? А за колеса ты не заплатишь? Ты что, не понимаешь? Почему не понимаю? Ты что, не понимаешь нихуя? Как не понимаю? Ну вот, человеку Вартём надо. Ты не понимаешь нихуя? Все, я понимаю. Пойдем-ка за угол отойдем, поймешь, честно. Человеку Вартём надо, я тоже еду. Куда? Ты едь нахуй отсюда. А где машина? Поехали, Вартём, за 500. Ты что, погнал? Куда я погнал? Поехали. Ты что, дебил? Какой дебил? Мне 500 рублей, что мне, лишние, что ли? Да тебе колеса лишние, тебе сейчас прохуярят колеса. Погнали. Я уже сейчас еду, поехали. Какой дурной? 500 рублей, что мне, лишние, что ли? Ты заебал уже нахуй. Да поехали. Сейчас возьму человека, да поеду. Поехали, я уже сейчас еду, Артём. Где отсюда, сука, блядь, когда нахуй выехал? За 400, да. За 400, поехали за 400. Иди отсюда, блядь. Слышишь, ты что, у тебя с головой плохо? Да все у меня нормально, что мне, бензин лишний, что ли? Поехали. За 400, я все равно туда еду. Ты видишь, он дебил, на. Поехали, не слушай их, они дуркуют. Ты что, блядь? Поехали. А? Ты что, сука, блядь? Поехали, а что такого? Я все равно в Артём еду, мне что? За бензин меньше платить. Вот и езжай так, если тебе надо. Кто тебя тут держит? А? Да вон, я с человеком поеду. Здесь есть кому его забрать. Это не твое дело. Да мое дело, человеку в Артём надо, я туда еду. Поехали. Поехали. За 400? Конечно. Поехали. Довезу. I need to know everything, who and what and where I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, a five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Вот такой получился видос, не забудьте поставить 5 лайков, не забудьте про конкурс на 5000 в комментариях, поддержите канал подписочкой, ну и спасибо за просмотр, до новых видео, пока. I can play with the pros and act like a rookie, so they overlook me. They're not double up again under their nose. None of them cold. They just got lucky but never adapted. So I'm telling one if it's coming to blows. My enemies cutting it close. I let them think that they got me, but what do you know? I had them beat before.